Добрый вечер, дорогие друзья! Наша жизнь состоит из нескольких очень важных частей. Одни из них являются важными, другие – главными, а третьи – основными. И сегодня мы поговорим об одной из этих частей как ее обозначить, какими из этих трех терминов вы сами в конце передачи, надеюсь, определитесь. Итак, сегодня у нас в гостях человек, занимающийся воспитанием подросших детей, наших с вами детей, конечно же, студентов. Тех, кто, возможно, даже достигнув возраста совершеннолетия, все еще в своей ментальности и психологии остаются неоперевшимися янцами и нуждаются в мудром, добром и главное знающем покровителе. И если этот покровитель научит их разбираться в основах и в нюансах экономики и управлять экономическими процессами, то ему цены поистине не будет. Итак, встречаем бесценного гостя. Встречаем. Это профессор университета Туран, профессор менеджмента и экономики Габдулин Ренат Балатович. Добрый вечер, Ренат Балатович. Очень рады вашему визиту. Добрый вечер, Карина Рашитовна. Спасибо за то, что оценили мой скромный труд, мой скромный вклад, и пригласили вашу передачу и позволили принять в ней участие. Позвольте мне вначале подарить вам свою книгу. С огромным удовольствием, благодарностью Спасибо. ее приму. Вот, пожалуйста. Как же сочетается: и менеджмент, и экономика вместе. Ведь экономика это что-то, связанное с финансовыми процессами, конечно, они тоже с людьми связаны. А менеджмент – это все-таки больше про управление или нет? Это про управление. О экономос – наука о ведении домашнего хозяйства. Вы uh -huh. это прекрасно знаете. Поэтому, а управлять собственными финансами нужно всем. Все uh -huh. мы должны это уметь, все мы должны это практиковать, потому что с этим мы все сталкиваемся. Uh -huh. Это две разные специальности – экономика и бизнес, менеджмент, финансы. Вы это прекрасно понимаете. И, 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 бухучет. И прочее. Угу. И вы даете знания в этих двух специальностях. В области менеджмента, да, на кафедре менеджмента я профессорствую и работаю в Университете Туранда. Что мне э, дадут эти знания на практике? Тем более, что вот у вас есть как раз э, концепции, практика поливекторной экономики, то есть значит много векторов экономики у -у -у. в раз. Вот что, что вот на практике, как можно применить эти знания? Во-первых, есть еще такая специальность очень удобная, очень необходимая – финансовое право. Ага. То есть вы специалист в области экономики и финансов, также вы э, изучаете основы юриспруденции и правоведения. Такая специальность тоже у нас в Казахстане существует. Она нужна, но ну мы с этим сталкиваемся каждый раз, как я, допустим, всегда учу своих студентов. Экономика, она окружает нас везде. Uh -huh. От магазина у дома и заканчивая на вашей работе. Вы всегда должны владеть цифрами, вы всегда должны ориентироваться в них. Вы должны знать элементарные базовые понятия. То есть, какой сегодня у нас курс, сколько иностранной валюты, деньги по отношению к иностранной валюте, сколько стоит золото, сколько стоит пшеница. Это основное то, что вам нужно знать как экономисту, как менеджеру, то, с чем вы всегда столкнетесь. То говорят, почему цены выросли? Потому что доллар поднялся. А потом говорят, почему это? Потому что бензин. Почему? И, и цены всегда растут почему-то, и никогда не понижаются. И всегда находятся какие-то а, причины. Вот мне интересно, как обычному человеку, почему цены никогда не понижаются? А вы знаете, Митя, я вот была вчера приятно удивлена, да. и даже пожалела, почему я не живу в Японии. Не переехать ли в Японию? Да, нет, не перееду, конечно же. Я не знаю, правда это или нет, прокомментируйте. Ну, есть один, кто не назвать имя, тревел-блогер. Вот он про Японию рассказал, что в Японии нет инфляции. Mm -hmm. И власти Японии специально пытаются устроить инфляцию. Но Япония единственная страна стран большой двадцатки, у которых даже есть, как он сказал, дефляция. То есть наоборот. Mm -hmm. Там показан был график, что цены на все неуклонно понижались. Из-за mm -hmm. этого производство, в общем, оно чуть как кирлык не случился. Да, полный капот. Mm -hmm. Без Гитлера. И вот Япония единственная страна с большой двадцатки, цены у которой растут очень медленно. Такое, оказывается, тоже возможно. И в Соединенных Штатах тоже. Это основной тренд по увеличению инфляции. Так почему же у нас в Казахстане цены никогда не понижаются, в Японии понижаются? Потому что в наших специфике нужно учитывать другие факторы. Угу. Во-первых, у нас это деньги, это наша национальная валюта. Вся экономика организована в западных странах, в той же самой Северной Америке, по-другому. В Японии то же самое. Это стимул. То есть, когда увеличивается инфляция, появляется э, рост в экономику. Этот процесс нужен с отрицательной инфляцией, с минимальной инфляцией. Это не подталкивает экономическую, экономику к развитию. Она нам нужна. Но инфляции, есть, они разные. То есть отрицательная инфляция, она стопорит экономику на самом деле, да? Да. У японцев у них все по-другому. У них организованная экономика абсолютно иначе. Э, начиная от того, что у них правостороннее движение... И вот заканчивая, все зависит. да, и заканчивая тем, что в Японии очень сложно получить визу даже, угу. там это так не работает, и просто а, быть страной реципиентом и применять лекала, которые работают в западных европейских странах или в Японии, у нас в Казахстане очень сложно. Угу. Это может здесь не включиться, это может здесь не сработать. Та международная практика позитивная, которая существует в угу. мире, Карина Рождествен. То есть нам не избежать высокой инфляции. Мы ее должны удерживать в том коридоре, в котором она сейчас присутствует, как наш основной национальный банк он делает, прикладывает максимальные усилия, чтобы держать эту инфляцию в определенных коридорах. Но давайте все-таки сравним экономику, например, России и Японии. Почему в России, как у нас, тоже большая инфляция, а в Японии ее нет? В чем разница вот этих двух экономик? В современных условиях еще рассматривать экономику России очень тяжело. И ее вот современные показатели в связи с тем, что санкционные mm -hmm. процессы идут. Очень маленькие. Ну, какую-то другую инфляцию, инфляции. Да. 30 <laughs> да. миллионов человек. 30 миллионов человек Присует. прекрасная страна. Да. Даже элементарно на уровне образовательных услуг. Это в скором времени будет наш большой конкурент. Угу. Да. Если в Казахстане всего вот по последней информации 20 миллионов мы перешагнули этот рубеж, то в Узбекистане, как вы правильно сказали, да. 30 миллионов. Это наши потребители, это те люди, которые со временем будут нуждаться в высшем образовании. Угу. Это прекрасная страна, прекрасная возможность, прекрасная ниша для того, чтобы наши образовательные корпорации экспансировались э, в тот же самый Узбекистан. Ну, давайте, хорошо, вернемся к экономике Японии. Чем она отличается от других? Сложно сказать. Там, ну, я поэтому я говорю, что там все, там, там же менеджмент другой, у них семейная. Вы это mm -hmm. тоже знаете, что там... Внуки работают на тех же самых корпорациях. Угу. Э, там пожизненный... пожизненный найм. Вы абсолютно правы. То есть там все по-другому. Там э, экономика у них другая. Это не сырьевая страна. Угу. Это островное государство. Плюс у них есть выход к океану, у них есть выход к морю, но у них нет полезных ресурсов. Поэтому сказать, что почему в Японии одна ситуация, а в Киргизии другая, очень сложно. Плюс большие миграционные процессы. Многие наши соседние граждане, они работают в других государствах, то есть mm -hmm. в той же самой России. В Киргизии зачастую остаются только женщины и молодежь, mm -hmm. то есть дети, которые пока не выезжают, а взрослое трудоспособное население, оно ищет, где могут заработать большее количество денег. Угу. То есть человеческий ресурс утекает? Да, он мигрирует, но не на постоянную основу. Они все равно возвращаются, плюс финансовые переводы из тех угу. стран, в которых они осуществляют свою трудовую деятельность, они все равно конечный бенефициар. Это их родина, это, допустим, Узбекистан, это, допустим, Киргизия. А как вы считаете, хотя наша передача не политическая, но мы сейчас говорим не о политике, а об экономике, а санкции повредят России или, наоборот, простимулируют ее развитие экономическое? Если вернуться к тому на примере коронавирусной эпидемии, мы тоже переживали, мы тоже волновались, что все рухнет, экономика рухнет, рынки рухнут. Почему мы этого боялись? Потому что мы с этим никогда не сталкивались. Человечество всегда боится того, чего оно не понимает, того, чего оно не знает, угу. то, с чем оно никогда не сталкивалось. А какой прекрасный импульс коронавирус дал развитию другим секторам смежным экономик. То есть даже да, рынку чем ритуальных услуг, рынку доставки, Карина угу. Рашитон. То есть фармакология, фармакология, да. фармацевтика. Угу. Да. А если раньше услугами курьерской доставки пользовались буквально единицы, то после того, как случилась коронавирусная эпидемия, это было 100%. То же самое, те же самые услуги такси. Если вы самостоятельно не имеете права покидать свои дома в режиме карантина, то вызвав такси... Вы можете двигаться, uh -huh. а по городу выходить не можете. Это дало импульс развития совсем другим отраслям, которые мы даже не предполагали, что они так выстрелят. Что вы прекрасно понимаете, это фрилансерство, да? То есть люди начали уходить в интернет, в сеть. Это что нам облегчило? Многие крупные корпорации даже отказались от аренды. Они говорят, нам не нужно помещение. Все, мы в онлайне, мы обеспечиваем наших сотрудников качественным, скоростным, широкополосным интернетом, доступом во всемирную сеть. Они выполняют все свои э, должностные обязанности. Они готовят проекты, они делают продукты, и все нам этого достаточно. Мы на этом экономим. Mm. Понимаете? А это колоссальные суммы. Тот же самый Google, э, допустим, Yahoo они все ушли э, в сеть. Ну, к счастью, не все компании ушли в сеть. Как, допустим, тот же самый издательская деятельность. Она также уходит вся в интернет. Газеты выпускаются, классические наши любимые, уважаемые газеты. Это супер, это прекрасно. Но для молодежи, для гаджета ориентированных людей, они совсем поколение сейчас другое. У каждой газеты, у каждого телеканала есть свои альтернативные медийные все странички и большинство молодежи оно поглощает контент через гаджеты mm -hmm. они уже не хотят покупать ту же самую физическую газету им проще mm -hmm. скачать приложение зарегистрироваться в нем и получать ту всю самую актуальную самую новую информацию непосредственно с устройства поэтому все меняется время течет вы даже обратите внимание что как ускоряют нашу жизнь современные технологии. Если раньше мы могли приходить на работу, допустим, к 9 часам и освобождаться в 6, мы могли только, допустим, 5 дел сделать в рабочий период. То сейчас, когда с вами портативный ноутбук, когда с вами есть высокоскоростным доступом гаджет, телефон, вам звонят, вы отвечаете на письма, вы делаете проект, вы отправляете фотографии, обрабатываете, вы монтируете ролик, вы в сутки успеваете выполнить гораздо больше задач, чем это это было те же самые 10, я не буду уже говорить, 20-30 лет назад. Все гаджеты, все современные устройства ускоряют нашу жизнь. И поэтому мы за этот период успеваем больше, но это нас и выматывает. Поэтому сейчас так много людей, которые, они, допустим, очень нервничают, у них снижается здоровье, у них снижается, допустим, активность, потому что это все ускоряет процесс, он выматывает людей. А люди это не машины. Поэтому, если у вас нет тайм-менеджмента, если вы не умеете организовывать свое рабочее пространство, вам будет в, этом, в этой жизни очень тяжело. Этому всему нужно учить, этому нужно обучать и тех же самых студентов как педагог, преподаватель. Он не только педагог, он еще и наставник. Понимаете, только непосредственно взять экономику, менеджмент, бизнес, финансы, это да, это узкая специальность, которая их будет кормить. но также у них есть те вопросы, которые они не могут задать, допустим, тем же самым своим родителям. Или они могут подойти к преподавателю как к старшему товарищу, который педагог. В своей, допустим, деятельности я взял за основу выражение Плутарха, что студент – это не сосуд, в который просто надо механически переложить знания. Это факел, который нужно зажечь. Зажечь интересом своей проблематики, к своей тематике, если вы дадите ему красную ниточку, если вы заинтересуете своего студента, свою аудиторию своим предметом то тогда ему больше никаких стимулов и толчков не нужно будет. Он будет дальше искать информацию, он будет развиваться, самосовершенствоваться. Поэтому работа с молодежью это очень важная работа. Это нельзя оставить на поток, отмахнуться, не сказать это позже. Сейчас у нас политика, сейчас у нас экономика, до молодежи мы дойдем. Но это те люди, которые будут стоять сейчас, они за нами находятся, а потом через пять лет мы будем стоять. Они будут стоять перед нами. И как мы к ним относились, сколько мы вкладывали в них души, своих знаний, своего времени, так они и поступят по отношению к нам. Вот экономически, опять же, вот мы говорили про Японию, хочу вспомнить Сингапур: это наверняка вам все об этом говорят: что типа вот произошло чудо, они за очень короткое время стали, вышли там в лидеры. Что мешает нашей стране, Казахстану? Или, ладно, не мешает, а что нужно сделать Казахстану, необходимо для того, чтобы, ну, если не повторить, потому что действительно у нас свой э, путь. ментальность. Но да, ментальность. Но тем не менее, какие шаги необходимо сделать, чтобы э, поднять экономику? Просто, при... угу. Нужно стимулировать развитие науки, угу. науки и образования. Вы правильно сказали, что юго-восточные тигры, да, азиатские тигры, угу. они вкладывали в технологии, они их привозили, они их покупали, они их интегрировали в свою экономику, но это было 10, 15, 20 лет назад. Сейчас ни одно государство, ни одна компания своими современными, супер-ультра-новыми технологиями, они не поделятся. Потому что зачем нам заводить себе конкурентов, mm -hmm. понимаете? Они дают те технологии, те, допустим, производства, которые уже на шаг, на два, уже устаревшие. Mm -hmm. Mm. А нам нужно готовить своих кадров, нам нужно готовить своих специалистов, которые у нас здесь. Для этого есть и программа «Бола шаг», когда наши стипендиаты, молодые люди выезжают в зарубежные страны и получают западное образование. Это все супер, это все правильно. Главное, чтобы они возвращались и работали на благо нашей экономики. А Юго-Восточная Азия, да, они приобретали, да, у них был трансфер технологий. Да, в то время они затратили колоссальные средства, просто колоссальные. У нас также есть э, фонд трансфера технологий, но поэтому нужно учитывать, что никто не будет плодить конкурентов, никому второй Google не нужен, согласитесь, потому что доходы э, там колоссальные и хорошая качественная технология сейчас никакой капиталист, никакой э, бизнес не отдаст даже за деньги. Потому что это можно развить и улучшить, масштабировать в гораздо большем. Вот в этом основная трудность. А если мы будем вкладывать в науку, если мы будем вкладывать в образование, если мы будем уделять этому большее внимание, финансирование, когда Тукаев же сказал, что доведет до 2025 года до э, 1% финансирования uh -huh. науки. Это колоссальные деньги. Uh -huh. Это нам нужно. Но тут опять же всплывают другие нюансы. В Казахстане число наук, ученых не такое большое. Нужна планомерная работа по повышению имиджа науки. Понимаете, надо заинтересовать молодежь, студентов, чтобы они интегрировались, они погружались в науку, что это выгодно. Но основной стресс-фактор – это что? Это заработная плата, mm -hmm. это уровень дохода, как вы говорите. Ну, я образно скажу, человек, работающий в такси или в доставке, получает больше, чем научный сотрудник это к сожалению грустно без этого мы а, как в юго-восточной Азии рывок не сможем совершить нам нужна сильная наука нам нужно сильное образование нам нужна планомерная постоянная работа молодежи. Ну, вот э, что касается той же самой Японии, да. японские ученые на данный момент они очень хорошо могут что-то э, брать себе, присваивать, интегрировать свою культуру и дорабатывать уже чужие разработки, но якобы создать свою новую они совершенно не умеют. Я не знаю, так ли это или не так, но вы призываете активно финансировать казахстанскую науку, я только за, но считаете ли вы, Ренат Балатович, что казахстанская наука способна создавать нечто кардинально новое принципиально новое, принципиально способное вывести Казахстан на новый такой вот экономический виток благоприятный для любого гражданина. Да, есть такие примеры. Даже mm -hmm. это вот у химиков и биологов на стыке смежная дисциплина, междисциплинарное исследование. Они разработали, насколько я помню, такой вид бактерий, которые помогают при авариях на нефтепроводах. То есть mm -hmm. они, они поглощают ту разлившуюся нефть. Mm. Поэтому у нас промышленность, у нас э, развита. Но, видите, если говорить так о науке, то наук же их несколько. То есть есть фундаментальная mm -hmm. академическая наука, есть вузовская наука, университетская. И еще есть корпоративная наука. То есть это на базе предприятий. А предприятия, чтобы вкладывали в развитие своей той же самой химической промышленности, горно-рудного дела, нефти-газа, им их нужно стимулировать, им да, нужно давать дискаунты, им нужно давать налоговые поощрения, их нужно заинтересовывать. То есть, если эти доходы идут на вычеты, пожалуйста, мы откроем свои лаборатории, мы откроем свои испытательные центры, мы вложимся. Но если э, нет, допустим, заинтересованности и стимулирования, чтобы это развивалась корпоративная наука, это да. Поэтому и три единства ⁇ это наука, образование и бизнес. Угу. А как вы считаете, интеграция академической науки, фундаментальный бизнес, это эффективный способ решения экономических проблем? У технопарки, например, МГУ, его технопарк, Воробьевые горы. А это без этого никак? Угу. Это абсолютно нужно. Потому ну, что... это же не такая конкретно прикладная наука, как корпоративная она фундаментальная. Это высоколобы, ученые, Одни невидные, как мой дед покойный, царство небесное, профессор Брашев шутил, есть два вида ученых. Одни видные, у них большой живот. И заходя в аудиторию, его видно сразу. Сначала живот, потом ученого. А есть блестящие, ну, которые облысевшие, они блестят, да. Так что вот видные, блестящие ученые двигают фундаментальную науку. Как же ее, в общем-то, снизить до уровня прикладной-то? А вы абсолютно правы. Но фундаментальная наука, она дает результат на отсроченном периоде. То есть не на ближайших. Это вот в этом и суть, что она не прикладная. Она не дает сиюминутных результатов. То же самое, как мы не можем отказаться от истории как науки. Правильно? То есть мы не можем сказать, что все в Казахстане, либо в другой, в Японии. Вся история изучена. Нет белых пятен, нам больше историки не нужны мы этого не можем сказать. Это во-вторых это гуманитарий, а фундаментальная наука она имеет более, говорю, отсроченный период. То есть она даст свой результат, но гораздо позже, через 10, через пятнадцать лет. Фундаментальная, фундаментальная наука. наука. У нее да, у нее цель немножко другая. Она гораздо глобальнее, она смотрит на далекую перспективу и она не дает сиюминутных результатов. Через год, через два, через три от нее требовать результаты невозможно, угу. к сожалению. Прикладники да. Прикладные это короткие сжатые сроки, когда вам дают ТЗ. Техническое задание и говорят: нам нужно разработать вот это, вот это, вот это. Да, тогда это возможно. Но на те же А самые прививки сработки. это что? Это фундаментальная наука или прикладная? Это все-таки симбиоз. Uh -huh. И у них были большие наработки, если вы имеете в виду коронавирусную uh -huh. э прививку, разработанную, казвак наши. это колоссальная работа. Она была удостоена государственной премии ее авторский коллектив. Продолжение нашего разговора: вы, наверное, обратили внимание, так как вы все время в тренде. Вы знаете, что какое сейчас удаляется э, внимание науке? Даже Токаев, наш президент, в прошлом году приезжал, открывал заседание, сессию Академии наук. У -у -у. То есть для меня, как для ученого, как для педагога, я в последнее время просто не нарадуюсь этой ситуации, потому что обратили свое внимание на науку. Mm -hmm. Если даже э, мы с вами рассуждаем, если раньше, как у нас называлось, Министерство образования и науки, да? то есть наука, она была в качестве, она на вторых ролях была, да? она была как бы в качестве патчрицы, mm -hmm. да, нелюбимой дочки, то есть Министерство образования и науки. Наука была как бы частично, можно было воспринимать второстепенно. А сейчас Министерство науки и высшего образования. То есть аппарат государства, оно сознало то, что без науки двигаться в 21 веке невозможно. Невозможно до, достичь тех результатов, которые стоят перед нами. 2050 год, он тоже не за горами. Мы заканчиваем с вами 2023. Ну, Казахстан 2050. Угу. Наша основная стратегия, куда мы двигаемся, те макроэкономические показатели, которые мы хотим достичь, когда, где мы хотим улучшить качество жизни нашего населения. Понимаете? Самое основное ⁇ это качество жизни. Его. Уровень. А мне вот интересно, мы вот говорим про подрастающее поколение, как вы его можете оценить? То есть, ну, если, допустим, среди ваших студентов, ну, будущие, конечно, там не Цукерберги или не, но, но тем не менее, какие-то такие талантливые люди, на которых действительно можно возложить ответственность за наше общее будущее. Это совсем другое поколение. Вот. Они очень одаренные. Они очень сообразительны, они остро чувствуют тренды и тенденции сегодняшнего дня. Mm. То есть это поколение супер. Поэтому я на них смотрю и возлагаю, как вы правильно сказали, Дмитрий, такие же надежды. Я стараюсь приложить к этому, чтобы они раскрылись максимально. Я всегда их приглашаю, чтобы они не останавливали свое обучение, свое образование. Это процесс длиною в жизнь. Так же, как и ученый, он может, фундаментальный, Карина Рашитан, у его проект может двигаться на протяжении всей-всей жизни. И только на, в конце он, он может дать, допустим, прибыль, допустим, вы, дать выхлоп экономический. Поэтому молодежь у нас сейчас супер. Но ее нужно направлять, ей нужно объяснять. Она должна читать. Элементарно, я застав, прошу, заставляю своих студентов всегда читать. Я не настаиваю, чтобы они покупали Это газеты, читайте а. вы в современном мире вы должны знать тренды. Вы завтра закончите университет, вы завтра пойдете работать, вы будете в реальном секторе экономики, вы пойдете на производство, вы будете в этой сфере деятельности осуществлять свою жизнь, продолжать. Поэтому вы нам в этом нужны. Пожалуйста, старайтесь. И они прислушиваются. Молодежь у нас хорошая. Молодежь у нас позитивная. Она ждет знаний. Она хочет. Она с удовольствием обучается. Плюс Большое количество выделяется грантов. Это одна из методов поддержки населения. Казахстан нужно стимулировать, чтобы рождаемость была, и выделять гранты, чтобы молодежь обучалась. Просто вы в курсе, что у нас должны открыть несколько филиалов ведущих зарубежных вузов. Я не, точно вам не скажу, каких. Это не будет не Стэнфорд-Гарвард, допустим. Но тоже возможно, что МТИ, Массачусетс Технологический Институт, да, у нас no. тоже будут открывать свои или MIT. Я просто не нарадуюсь тем трендам, которые сейчас идут в науке и образовании. Там складывается такое впечатление, что крайне компетентный специалист Он дает дозированную, четкую, правдивую информацию на самый-самый верх политическому руководству нашей страны. Это просто супер. Если это все реализуется, будет просто прекрасно. Вы можете привести, Ренат Балатович, пару примеров ваших учеников, которые вас потрясли в положительном смысле слова, своей неучебой, а возможно, какой-то креативностью, изобретательностью, что-то они уже сделали, достижениями. Они у меня участвуют в олимпиадах, uh -huh. которые проводятся в странах нашего СНГ, ближнего зарубежья, и они занимают призовые места. Не скажу, что первые, но в, в призовые места они заходят. Uh -huh. И это, я, мне даже трудно их всех перечислять, я, наверное, не буду, их немало. То есть молодежь у нас сейчас просто супер. Я не нарадуюсь нашим студентам. Просто вы приходите, и вы получаете от этого удовольствие, когда у вас сидит на лекции, на поточной лекции 120-130 человек, это просто неописуемые эмоции. И ребята всегда ни одного звука. Им все интересно. Они все поглощают. Они впитывают, как губка. Они заинтересованы. Они дальше спрашивают. Ну, также через, самые, через письма, прочее, они просят дополнительную литературу. Они просят, почему, где нам стоит на что обратить внимание. И пройдя, проходит какой-то определенный период времени, они всегда, даже видя меня на улице, проходящем на другой стороне, мне это очень приятно, что они остановятся они перейдут через дорогу, они скажут спасибо, Ринат Булатович, за то, что вы нам говорили, за то, что вы, чему вы нас учили. Просто тогда мы это не ценили, тогда мы это не понимали. И я говорю, вы были частично правы потому что это ваша молодость. Вы должны совершать свои ошибки, но не фатальные. Вы должны отдыхать уметь, вы должны проводить весело время, вы должны научиться учиться, научиться учиться, понимаете? Mm -hmm. Всему свое время. Если вы в молодости это не пройдете, не будет веселых вечеринок в университете, а будет только учеба, это тоже не есть всегда хорошо. Вы должны все это совмещать, но совмещать без фатальных последствий. Поэтому вы имеете право, вы должны совершать свои ошибки. Я смотрю на вас. Вы действительно вы современный молодой педагог. Есть же те, которые еще та старая школа, и вот как вы сейчас говорите, это потрясающая молодежь. Это, вот те же люди, которые сейчас, они про, про тех же детей скажут: да это же невозможно, они же не поддаются обучению, они же вообще непослушные, они делают, что хотят, один там в телефоне сидит, они не слушают. Вот. Кто прав? И даже нет, не то, что кто прав. Я понимаю, что все-таки я ближе к вам. Но что делать тем преподавателям, которые вот так думают? Возможно, но видите, они трансформируются. Они да? это понимают. Если mm -hmm. это действительно сложившийся факт... Это отрицать бесполезно. Если человек талантлив, если он креативен, если он современен, это бесполезно отрицать. Если он бескультурный, да, если он плохо себя ведет, если он не образован, если он не воспитан, это тоже есть. Но все-таки превалирующее большинство в нашей молодежи, они талантливы. Они талантливы абсолютно иначе. Если раньше у нас были какие-то классические да, нормы, да, допустим, там, закончить с красным дипломом университет, затем аспирантура, затем докторантура, то они самореализуются в других совершенно сферах, другим способом. Они прекрасная наша молодежь, и ее только нужно поддерживать, культивировать, не отмахиваться от них. Я никогда не отмахиваюсь от своих студентов. Работа преподавателя, она не нормирована. Они всегда просят, останьтесь, Ренат Балатович, когда у вас, допустим, есть свободная минутка, пожалуйста, можно мы зайдем? Они даже ко мне приходят на занятия бакалавриат, которые с первого по четвертый курс, они просятся ко мне на магистратуру. Те же самые выпускники седьмой семестр, которые восьмой семестр, четвертый курс, они говорят, Ренат Булатович, а можно мы зайдем к вам в аудиторию? И это прекрасный зарубежный опыт американцев Канский, когда студент, он жестко не подвязан. Вот ты менеджмент, ты будешь только ходить у меня на менеджмент. На информатику ты не приходи, на психологию ты не приходи. Но это не совсем верно. Пожалуйста, даже если вы экономист, посещайте занятия факультета психологии, это будет вам в бонус. За рубежной страны, в США университеты не закрывают свои двери на, на ключ никогда. Даже библиотека. Там совсем другая система образования. Там нет зашоренности, там нет догматизма, там нет стереотипа. Понимаете? То есть сейчас современный преподаватель, это не тот, то лицо, которое, как вы в прекрасном костюме сейчас сидите, он не должен быть в костюме в черном, с красным галстуком и белой рубашкой. Это уже архаизм. Сейчас зарубежные преподаватели, допустим, в Англии, в Северной Америке, они могут прийти в джинсах, они могут прийти в кедах, но это не говорит о том, что они не знают. Они прекрасные специалисты. То есть на это уже не обращают внимания там, как в некоторых университетах обращают у нас это. То есть ты должен соответствовать образу. То есть у тебя должен быть костюм. Галстук. А вы как ходите? Я хожу классически, но у меня свитер и классические брюки. То есть а. я не всегда в галстуке, я не всегда в костюме. В пятницу я могу себе позволить допустим, свитер. Люди не знают, чего хотят. Вот старшеклассники оканчивают школу, родители бегают вокруг них кругами и говорят, ну куда же ты хочешь поступать? Да я не знаю, да мне все равно или ничего не хочу. Mm. Вот как вы объясните такое явление, как вы его преодолеваете? Каждым выпускником старшей школы одиннадцатиклассникам, нужно работать. В крайнем случае, когда обращаются ко мне за консультацией, мои друзья говорят, вот у меня заканчивают школу дочка, вот у меня заканчивают школу сын. Куда его отправить? Куда, Ренат? Ты посоветуешь его, чтобы он поступал. Я говорю, вы можете выбирать университет любой. Специальность вы можете выбирать также любую. Угу. Потому что у вас есть временной лак, люфт. Первые три семестра, то есть полтора курса. И когда уже фокус интересов вашего ребенка сформируется, тогда он в рамках одного университета сделает свой выбор самостоятельно. Вот он поступил на экономику, вот он учится первый семестр, первая сессия, вторая, он закончил первый курс и он понимает, нет, это не мое. Он приходит в семью и говорит, уважаемые мои, пожалуйста, родители Карина, Рашитовна, я не экономист, я понял, меня тянет в психологию. Можно, и я хочу продолжить свое профессиональное обучение по направлению психологии. И внутри университета ребенок приспокойно может перевестись на другой факультет. Поэтому ни в коем случае не стоит заставлять, принуждать молодого человека, пусть он выберет, даже тыкнет пальцем в список специальностей, выберет любую. У него три семестра, полтора года, всегда есть временной лак. Когда у него будут друзья, он познакомится, допустим, у него будет общаться, он будет встречаться в библиотеках в свободное свое время с ребятами, которые учатся на психологии, которые учатся на экономике, которые учатся, допустим, на маркетинге, понимаете? И он посмотрит, к чему его больше тянет. Когда так же, как мы с вами говорили, он будет посещать, ему позволят посещать занятия других специальностей. И ко мне, когда подходит студент и говорит, Ренат Булатович, вот мы, допустим, экономисты, можно на ваших занятиях посидит мой друг с третьего курса, но он по специальности психологии. Я говорю, пожалуйста, это смежные профессии. Пусть проходит, пусть заходит, пусть сидит, не мешает, слушает. Без проблем. Я никогда не отказываю другим студентам с других специальностей посещать свои лекции. Это Потому... бесплатно для них? Да. Потому что я не знаю, если они прогуливают, либо еще, допустим, что-то, mm -hmm. либо э, они заинтересовались лично. Mm -hmm. Ну, вы понимаете, что студенческая среда, она такая, они всегда говорят, допустим, вот у нас интересный предмет такой-то такой-то, преподаватель Габдулин. Да ты что? А можно, допустим, я зайду к вам? Ну, если преподаватель-профессор разрешит, uh -huh. то, пожалуйста, они подходят ко мне заранее, просят, можно мы поприсутствуем? Поприсутствует мой друг со специальности маркетинг. Он просто хочет побыть на ваших лекциях. Он очень заинтересован. Я говорю, конечно, без проблем. Будет свободное место. Заходите, сидите, слушайте, учитесь, получайте информацию. Я не против этого. Uh -huh. Я не запрещаю. Вот, допустим... Ну, в наше время, а мы с вами, мне кажется, ближе к одному поколению, да, вот многие шли, э, вот действительно, в экономисты, это было модно, это было престижно, но потом очень мало людей, которые шли по специальности, э, ну, то есть работать по специальности, вот вы себя нашли. А э, как сейчас с этим обстоит, то есть, если это вот это такая мода, вот в экономисты пойти, или там вот сейчас менеджер, все, я буду менеджером, насколько это сейчас модно, и куда потом э, те студенты, которые... Которые идут, где они потом работают, куда они трудоустроятся. Да, а фокус внимания. Но сейчас да. больше в технические специальности: в IT, а. в работу с искусственным интеллектом, в робототехнику. Угу. Он смещен туда. В а. гуманитарную сферу идут меньше. Но я педагог, да, я экономист, но видите, можно сказать, что я тоже работаю не по специальности. Я экономист, но я педагог. И я благодарен. Знаете чему? Я благодарен своим преподавателям, которые меня заинтересовали, которые которые меня также привлекли. Когда я был, не скажу, это было точно не первый и второй курс, это были старшие курсы, третий, четвертый курс, они мне сказали, Ренат, по-моему, вот у тебя есть предрасположенность к науке. А давай мы с тобой напишем статью, студенческую научную конференцию. Я тебе дам тематику, либо выбери сам, собери материал, напиши, изложи ее, покажи мне, я ее подкорректирую, и мы ее опубликуем. Они мне дали этот шанс, и мне, и я этим шансом воспользовался. Mm -hmm. Я закончил университет, и я уже осознанно, я знал, что моя жизнь будет связана все-таки с наукой и образование. Я поступил в аспирантуру в очную, на грант я ее закончил, защитил кандидатскую диссертацию. Я в науке и образовании. Поэтому многие говорят, если вы ученый, то вы не педагог. Или если вы педагог, вы не ученый. Я категорически против этого. Мы все это совмещаем. Я имею право так сказать, потому что я не один десяток лет отдал фундаментальной науке. И также не один десятых лет я совмещал ее с педагогической преподавательской деятельностью. И в качестве примера я могу сказать то, что те ребята, которые продолжили свое обучение у меня, они даже закончили PhD. То есть я в совете, они у меня защищались, те студенты, которым я читал. Понимаете, для меня это было просто прекрасно. И я членам совета говорю, это мой студент, который прошел от бакалавриата, закончив бакалавриат, магистратуру, вот сейчас он с нами, здесь среди 15 человек, он защищает свою PhD-диссертацию. Поговорим про менеджмент. Про экономику мы немножко поговорили на примере Японии. А менеджмент, вот какие сильные и слабые места у казахстанского менеджмента? Ну, если раньше говорили, что государственное значит ничейное, mm -hmm. этот стереотип, он ушел. В корпоративном секторе это бесполезно. То есть они все время на, держат руку на пульсе времени. Они всегда в тренде. Они ничего устаревшего, ненужного и неэффективного они у себя на практике не используют. Они используют только все передовое. В государственном секторе, сегменте тоже все-таки идет трансформация. Вы обратили внимание, даже вот сейчас в современных условиях, да, средний возраст топ-менеджмента, да, топ государственных служащих, это 40 плюс, согласитесь. А буквально 5, 6, 10 лет назад там были люди гораздо более старшего возраста. А сейчас посмотрите, э, замминистра допустим, 40 лет. Замакима города республиканского значения человека могут назначить и в 30 лет. Время меняется, а это уже носители совсем другой культуры, совсем других принципов менеджмента. Они обучены по-другому. У них другая информация, другие установки. Я думаю, они справятся. Потому что это такое поколение людей 40 плюс, очень такое интересное, оно и частично недооцененное. Понимаете, если вот буквально там 10 лет назад нам было, ну, где-то 30 плюс, да, нас не цен. там была система, структура совсем другая. То есть там считалось, вы молодые, вам еще рано. Были такие случаи и в науке, когда говорили, ты можешь э, утвердить тематику своей диссертации, ну, так это годиком к 50, когда ты mm -hmm. созреешь. А сейчас, извините, такой роскоши. Нет, время сжато, как мы с вами начинаем говорить, сжимается посредством технологического процесса. Значит, мы все-таки догнали и перегнали Америку. Ну, не. Ну, Байден собирается на второй срок баллотироваться, но ну, мы здесь не о политике, а -а -а. да. Да, да. А, но... Мы о менеджменте. Но у нас, У нас, да, у нас тоже внесли изменения в Конституцию, и президент у нас только на один срок, 7 лет. В Соединенных Штатах Америки 2 по 4 и не больше и не ну меньше да конечно но не больше то есть вы не можете находиться больше двух сроков Ну, как вы считаете управлять страной в возрасте 80+, плюс это нормально или корпорации это понятно что дело зависит от человека но ведь у многих людей в таком преклонном возрасте могут начаться дементивные изменения не могу с вами Карина Шитана согласиться как же как и первого руководителя его делает его команда согласитесь uh -huh. то есть если лидер это оригинал, то, допустим, руководитель это ксерокопия. Есть такое устойчивое mm. выражение. То, что от первого руководителя такой державы, как Соединенные Штаты Америки, у него целый штат помощников, советников, которые штатные, и внештатные, которые работают, это целый государственный аппарат. И ничего критически негативного они сделать, допустим, не смогут. И не все зависит от первого руководителя той или иной страны. Вот задам вам банальный вопрос, но для казахстанцев он очень важен а, с точки зрения тоже менеджмента и корпоративной этики, как неотъемлемой части менеджмента, а нужно ли брать на работу друзей, и родственников? Надо смотреть по обстоятельствам. Если он наносит вам ущерб и с вашим родственником на ответственную должность Нанесите ущерб, убыток. Ему да, компания несет убытки, угу. то, следовательно, нужно принимать делать соответствующие административные выводы и объяснять человеку так и так, возможно исправиться ты делаешь осуществляешь свою операционную деятельность неправильно если продолжится в данном направлении мы с тобой расстанемся а родственников брать на работу если он талантливый если он образованный если он компетентный пожалуйста возьмите его справиться но если вы переживаете и волнуетесь вы можете сделать с испытательным сроком Допустим, на тот же самый 11 месяцев, 6 месяцев, на полгода и посмотрите. Конечно, вы не доверите своему родственнику сразу C-level, да, топовую должность, пусть он пройдет от э, среднего звена и заканчивает там вашим помощником, вашим заместителем по одной из направлений вашего бизнеса. Почему нет? Это не говорит о том, что все родственники плохие, я их не буду брать на работу, я с родственниками не работаю. Либо наоборот, все мои родственники золотые и прекрасные, я буду работать только с родственниками. Другие моменты я не рассматриваю. То есть других наемных сотрудников со стороны я не нанимаю. Но это тоже крайности. Нужно совмещать. Надо уметь лавировать с этим. Надо смотреть, где он применим. Тот или иной человек, понимаете, на своем ли он находится месте? Если он бухгалтер, не надо из него делать, допустим, модельера. Он ничего не будет, он вам нанесет ущерб, он нанесет вам убыток. А если он на своем месте находится, он занимается своим делом, он в нем компетентен, он интересен, пожалуйста. Если нет, также вы ничего не теряете, вы можете с ним расторгнуть договор. Угу. А есть ли, Ренат Балатович, какие-то особенности, которыми отличается менеджмент образовательной структуры, uh -huh. крупной корпорации или маленького бизнеса? Ну, например, вот человек хочет пекарню организовать. Ну да, потому что все-таки научно-образовательный кластер – это несколько другое. Это не производство, это ну, корпоративный сектор, да, но, видите, у него направление только наука и образование. То есть в рамках одной корпорации может быть и дошкольное обучение, то есть детский сад, может быть школа-лицей, может быть колледж, может быть университет, и может быть, допустим, диссертационный совет. Поэтому это да, это один сегмент на базе, допустим, того другой корпорации. Ну да, там если много национальной либо транснациональной корпорации, да, они совмещают, у них разнопрофильный бизнес, да, там они могут изготавливать от напитков и заканчивая, допустим, самолетами. Это да. Диверсификация. Диверсификация, либо транснациональные и многонациональные компании, которые заточены на различные сферы бизнеса. Ну, смысла университету выходить на приватизацию какого-то нефтедобывающего, либо нефтеперерабатывающего завода, ну, я не вижу. Это не его профиль, это не его сегмент. Он там... Законом запрещено. И здравым смыслом, логикой, если бы у меня был э, университет, я бы не стал покупать судостроительную верфь. Студент заканчивает вуз, Куда он идет работать, или куда он может пойти и работать? Есть подразделения в каждом университете да. по работе с трудоустройством, с молодежью, с выпускниками. Они предоставляют список вакансий, куда вы можете. Ну, ваш университет да. с какими компаниями рассотрудничает для трудоустройства. да должности. Они это самые основные, допустим, один из основных наших заказчиков это НПП Атомикен, палата предпринимателей Атомикена. Это тот же самый Акимат. То по специальности государственное и местное управление, наши студенты там проходят, во-первых, свою производственную практику, они могут проходить преддипломную практику, и также они могут на общих основаниях проходить конкурс на замещение вакантных должностей. Они там устраиваются. Mm -hmm. Без проблем. Производственная политика. практика в государственном деле, что они производят? Бюрократическую волокиту? Ну, они вникают да, в, государствен... в работу государственного органа, mm -hmm. того же самого Акимата, районного, либо городского, и непосредственно в подразделения, в которое они будут mm -hmm. распределены. То есть они могут быть в, в, в подразделении молодежной политики, mm -hmm. допустим, внутренней политики быть распределены. Да, университет с этим работает. Они работают по каждому выпускнику, работают, начиная от кураторов и заканчивая э, заведующими кафедрами, деканом и высшим руководством. Mm -hmm. То есть это целая структура по работе с выпускниками. И мало того, всегда поддерживают связь, всегда приглашают выпускников различных лет на те мероприятия на выпускные, когда, если они закончили, допустим, mm -hmm. в 2000 году они их пригласят там на 25 лет и в завершении передачи Ренат Балатович дайте пожалуйста три совета благодаря которым следуя которым любой человек может производить успешный менеджмент собственной жизни труд учеба и постоянное движение вперед. Как бы это сложно не было, как бы это трудно не было, пожалуйста, двигайтесь всегда вперед, будьте, живите всегда по совести, чтобы вы всегда были честны перед собой, чтобы вы спокойно могли спать, и никто ничего за вас плохого не мог сказать. И саморазвитие, ставить перед собой цели. Но что такое саморазвитие? Достигать Работать над собой, добиваться, улучшать качество своей жизни. А должен и... ли человек знать, что он хочет, отличать свои цели от не своих, банально навязанных обществом рекламы. Например, я знаю, что бывают очень несчастные а, женщины, как ни странно, которых родня заставляет буквально выйти замуж и родить детей. Они потом этих детей в лучшем случае равнодушно, в худшем ненавидят. И дети, получаются, искалеченными. Это трагедия. Да. Но это... должен ли как человеку свои желания почувствовать для того, чтобы вот знать, куда двигаться и быть успешным? Лежит ли его душа к этому? Есть ли у него к этому интерес? Есть ли у него в этом потребность? Если он просыпается и хочет заниматься живописью, он без этого чахнет, он без этого страдает, он без этого болеет, он не может не принимать пищу, либо плохое самочувствие. Это его. Понимаете? И то же самое те цели, которые мы ставим. А если ребенок не знает, куда пойти? посоветует родитель тому, каков склад характера у твоего ребенка. Вы же наблюдаете за ним, вы его видите. То есть не модную профессию, не денежную, а именно склад характера либо склад характера, ну, хотелось бы в идеале все это совместить, но совместить, конечно, этого нельзя. Либо вы можете поступить, допустим, дать ему свою рекомендацию, чтобы он закончил определенную специальность определенного вуза, а потом, когда пройдет определенное время, когда он окрепнет, когда он станет на ноги, когда он будет самостоятельным, он все равно вернется на свой путь. Он все равно, даже если родители настояли, чтобы он стал менеджером, либо экономистом, либо финансистом, либо юристом, он выполнит свой сыновий, свой долг. Он для родителей сделает, выполнит, он отучится на эту специальность, но со временем он поработает, он войдет в практику. Он захочет, он получит другое образование. Он думает, он всегда хотел быть художником, либо кинорежиссером. Он получит второе образование, и он будет уже развиваться по этому направлению, но со временем. Mm -hmm. Каждая личность, она себя найдет. Рано или поздно, через год или через два, пройдет определенное количество времени, он обучится той специальности, либо не той, либо которой ему посоветовали, либо на которой настояли. Но со временем он все равно сделает по-своему, когда у него будет возможность, когда он будет уверен в себе, когда он будет самостоятельный человек. Он все равно возьмет свое. Благодарю вас от души за такой образовательный визит на передачу Избранный Митя. Вы образовались да. уже? Я образовался. Да, это замечательно. Давно? Да. Вот. Я желаю вам побольше благодарных учеников, еще больше, еще больше книг, статей, монографий, чтобы все ваши выпускники вами гордились. Возможно, чтобы со временем была образована, если еще не образована, школа под вашим руководством, не среднеобразовательная, а научная, а чтобы были благодарные, ярые, проследователи. И, конечно же, признание в мировом научном сообществе. Спасибо большое за добрые слова в мой адрес. Я очень вам благодарен, Дмитрий. Карина, Рашидовна, большое вам спасибо. Друзья, если вы хотите прожить плодотворную, счастливую жизнь, а также здоровую, потому что если мы с вами счастливы, то мы обязательно будем и здоровы, тогда... Прислушивайтесь к собственным желаниям, к позитивным, разумеется. Прислушивайтесь к желаниям своих близких и детей, опять-таки к позитивным и добрым. И доверяйте своей интуиции, доверяйте вашему внутреннему голосу, доверяйте тем мыслям, которые высказывают ваши дети. Говоря о своих способностях, талантах, пристрастиях и склонностях. И если вы позволите себе быть собой, а вашим детям быть их собственными полноценными личностями, то тогда счастье будет обеспечено не только вам, но и всему вашему роду. Потому что это прекрасно. Счастье, оно заразно. Я желаю вам быть счастливыми и оставаться с нами. Спасибо.